Все притули мой любимый геймер Свейгур, и сегодня мы будем играть в Made Ice Cream 7. Конечно, я разобью. Просто будем осваивать ее. Как это проходить? Мне просто интересно, как это играться. Потому что Ice Cream 7 выйдет только через неделю, что ли, вот не слышал. Maybe need to look at all the cameras again. Look, this is my sister. Смотрите, там же моя сестра. Hooray, she seems to be fine. Stop. Не замораживает, получается. А чего он меня так грозно несёт, прям как статуя, она же сидела. Я вот уже её как сидящую, что ли, неси. Нелогично. Что-то как-то немного нелогично. Она сидела, что-то стоя. Тем более, так ровно несёт. Интересно, пройдем мы или нет. А сейчас она как в сидячем положении оказалась. Я не понимаю, как она была сейчас стоящая, а сейчас сидящая. Ну как? Вот скажите, это не логично, ребята. Now this is locked in the cage. I'll go and save her. Stop. It's too dangerous. I have nothing to be afraid of. Let him make ice cream out of both of us. Ого, свои. Ага. А как мне выбраться? Помогите! Меня замуровали! Замуровали, что делать? Меня замуровали! Помогите! Я выбраться не могу. А, вот так что ли? А вот я туплю. Что не поворачивается нифига. Ладно, сейчас, ребята, исправлю проблему. Вот, ребята, я исправил проблему. Вот. Сейчас мы будем пытаться проходить. Мы, конечно, на призраки. Какие-то. А что с этим? С сахаром, интересно. Ну что, подаешь за сахаришь? Так, дверь. Куда мы идем? Чего? Какого фига? Я же призрак. Я на призраке играю. Блин, я забыл на изи поставить. Блин, ребята. Я забыл поставить. Подождите, ребята. Я хочу просто... Играть на режиме призрак. Подождите. Теперь я поставил на режим призрака. Эй! Чебучрек! Чебучрек ушел. Ясно. Скажу. Да вы издеваетесь? То открыто, то закрыто. Ну вот тебе делится. Ух ты. А, тут типа лед это самое. Ясно.
сахар. Нафига нам сахар? Чё так? Чё, сахар чё так вот запихать туда? Кто меня смотрит? Куда мне надо сахар попихать? Ребята, если кто проходил этот формат, подскажите, пожалуйста, в комментариях, если, конечно, они не будут автоматически отключены. Куда это надо впихнуть? А что, сюда, что ли? Или это? Блин, а что теперь делать? О, давайте ведем. А где? Что мне как-то? Какая-то не такая карта, прям капец. Ребята, что мне делать? Может, я что-то за картинами есть? За картинами что нету? Тут тоже закрыто что-то есть. А шкафчиков вот не открываю. О, тут открывалось. Неизвестная карта. Вот название. Такая, сейчас посмотрим, что тут. И потом я шкафчики открываю, может тут что-то будет. А я не додумался! Ё-моё! Ребятки! Так, ладно. Ну, фу. Карамельная что-то там. Не знаю, что. Вот это? Может. Вот так оно работает! Вот еще сахар. Нифига на сахар. Ну что, будешь сахаром обжираться. Что такое? Стик. Нафига нам это стик? Эва, зачем? О, привет! Жопа. С ручкой. Стик. Куда этот стик надо засунуть? Работает. Плыва. Так. О! Изъемные. Гейминг. Чего я написал, что видно? Нет. Я пишу топ всего. Топ-сей. Привет, Топси, пасхалка где-то на карте. Попробуй найти. В каком месте? Ай, я его вижу. Так, это что тут? Это что-то вставлять или нет? Ну что тут вставлять не надо, вы издеваетесь. Ого, круто. Круто, день. Ничего я не знал. Шлак-то тоже этим занимается. Да что тут такое просто? Ничего себе.
Это тебе осталось чуть-чуть. Ну, он имеет... Интересно, куда это надо вставлять? Так. Ничего нигде не работает. Куда мне это вставлять? Скажите, пожалуйста. Ну, мое. Скажи компьютер. Спешу программу. Специальный программ. Куда вбиваешь специальный программ? Вот что уже опустил. Так. Да что-то мне пишется. Что мне делать? Ой, все было. Окей. А, это потухло. Ясно. Блин, ну тут здесь ничего не открывается. Что мне надо будет сделать? Короче, ребят, это очень долго объяснить. Это очень долго проходить, но реально. Ребята, тут даже пройти нельзя. Очень нелогично и очень невозможно пройти. Я все уже облазил. В каком месте оно должно это сделаться, открыться, перекрыться, пофиг. Это куда вставлять? Надо! Алло! Ты же этот, ворончик, куда ты выходишь?
Тут даже подсказок нету в этой игре. Что мне с этим делать? Же подсказки нету. Какой? Какая нафиг программа? Куда мне это вставлять? Вы издеваетесь? Скажите честно. Ой. Ну как? Ладно, ребята, с вами был игрок геймер по своим играм. Всем до свидания, всем пока-пока.